Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите итоговый выпуск программы News Time на канале Bridge TV. Главные новости о мировой музыке. Какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. В этом выпуске: как проявили себя фанаты Тейлор Свифт? Британские рок-н-ролльщики The Subways привезли в столицу новый альбом и устроили экстрим на концерте. Селена Гомес делится переживаниями на новом альбоме. А также, кто записал саундтрек к грядущему фильму про Джеймса Бонда. И многое другое. Певица Тейлор Свифт давно привлекает к себе немало внимания, от первых строчек в чартах до главных музыкальных премий планеты. Но недавно в особенно оригинальной форме отличились и поклонники певицы, в числе которых оказались, например, фермер штата Мэриленд, а также работники зоопарка штата Огайо. Задача любой звезды – проявить себя так, чтобы запомниться публике и приобрести фенов. Но далеко не все поклонники звезд проявляют себя так, чтобы на них обратила внимание общественность. Ценители Тейлор Свифт – исключение из правил. Фермер из города Фредерик, штат Мэриленд, вырезал на своем кукурузном поле в 12 акров впечатляющий портрет Тейлор Свифт. На создание шедевра имени певицы Джеффу потребовался целый день. А чтобы пройтись по всем лабиринтам поля, потребуется не менее 2 часов. Проявили себя и сотрудники зоопарка Колумбус в штате Огайо. Дорогая Тейлор, я знаю, что ты снимала клип в Африке, получилось потрясающе. Но у нас в зоопарке тебе тоже обязательно понравится. Сотрудники зоопарка сняли пародию на клип певицы Wildest Dreams. Вот так Тейлор Свифт западает в сердца самым разным людям. Не хуже поклонников Тейлор Свифт умеют отрываться и авторы хита Rock'n'Roll Queen, британские рокеры The Subways. Безумие музыкантов на сцене нередко оборачивается немалыми проблемами, что, впрочем, их мало останавливает. Этой осенью The Subways привезли в Россию свой новый альбом и немалую порцию настоящего рок-н-ролла, а также дали интервью каналу Bridge TV. Hi, I'm Charlotte. And I'm Josh. And we're from the Subways. And you're watching Bridge TV. Мир узнал о группе The Subways благодаря хиту Rock'n'Roll Queen. Группу называют любимчиками бывшего мужа Мадонны, режиссера Гая Ричи, включившего песню в фильм «Рок-н-ролльщик». Свое амплуа The Subways оправдывают полностью. Рок-н-ролл на выступлениях группы зашкаливает настолько, что, например, вокалист группы Билли однажды умудрился сломать ребра. Он как будто прыгнул на 1000 метров вверх. Нам тогда даже никто не аплодировал, и вместо восторженных криков все были в ужасе. О нет, только бы он не умер. Неугомонный фронтмен The Subways не остановился и в Москве. К счастью, в этот раз обошлось без травм, так что полные жизни и энергии The Subways отыграли в столице свой новый одноименный альбом, который записали своими силами. Наше студийное время было не ограничено, мы делали все в нашей репетиционной комнате. И обошлось довольно дешево, наш вокалист Билли не сильно на нас потратился. Зато своей энергии The Subways не жалеют и продолжают нести в массы дух настоящего рок-н-ролла, как в старые добрые времена. Мне нравится романтика 60-х и 70-х. Жить в это время было бы просто невероятно здорово. Хочу, чтобы у меня была своя машина времени. О да, я бы встретился, например, с Джимми Хендриксом. Все бы отдал за это. Другие звезды тем временем как следует повеселились в своих новых клипах. Герои трэпа группы Yellow Claw сняли видео No Class. Парни устроили вечеринку не без участия десятков девчонок и как следует оторвались. По традиции не обошелся без внимания прекрасного пола в своем клипе и старина Питбуль. Вездесущий рэпер этим летом выпустил свой новый альбом, с которого и новое видео «Baddest Girl in Town», снятое в дуэте с Махомби. Действие в клипе куда красочнее, с погонями, ограблениями и всяческим разным экшеном. Друзья, вы смотрите канал Bridge TV, и мы продолжаем наши музыкальные новости. Какую сумму вы готовы отдать за раритетную вещь, связанную с вашей любимой группой? Недавно на аукционе был продан первый в истории контракт легендарной группы Beatles. Свою первую в истории сделку ливерпульская четверка заключила в далеком 61-м году. I'm
Значимость группы Beatles для истории мировой музыки сложно переоценить. Так что многие артефакты, связанные с командой, разлетаются на ура. Первый в истории контракт группы, выставленный на торги в Нью-Йорке, датирован 61-м годом. Тогда будущие Битлы, которым на тот момент едва исполнилось 20, подписали 6-страничный контракт с немецким рекорд-лейблом. Этот лот из коллекции немецкого продюсера Уве Блашке, который с особой страстью коллекционировал вещи, связанные с Битлз. К сожалению, он внезапно ушел из жизни 5 лет назад, и в прошлом году его семья решила представить публике некоторые лоты. Первый контракт Битлз в итоге был приобретен неизвестным покупателем за сумму в почти 100 тысяч долларов, что, кстати, оказалось ниже ожидаемой выручки. Ну а творчество, которое успело оставить после себя ливерпульская четверка, и вовсе бесценно. Селена Гомес выпускает новый альбом «Revival», то есть «Возрождение». Смысл новых песен, полных любовной лирики, то и дело приписывают экс-бойфренду певицы Джастину Биберу. Впрочем, по словам самой певицы, все последнее время она посвящала себя работе. «Весь последний год был для меня временем перехода из одной сферы в другую. Из моды в музыку, а затем в кино. Сейчас я чувствую себя достаточно уверенно, и мой новый альбом показывает мою сегодняшнюю свободу и ту энергию, которую я приобрела». Впрочем, без переживаний звезды тоже не обошлось. Пластинка «Revival» выходит 9 октября. «Я по-настоящему доверяла некоторым людям, но они сделали мне больно. В какой-то момент я была сыта по горло. Я много плакала в студии, но с другой стороны, там же у меня было много счастливых моментов. В общем, у меня было время, чтобы изучить саму себя». Все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается, даже долгая история великой рок-группы. Команда Black Sabbath во главе с великим и ужасным Оззи Осборном недавно объявила о своем прощальном туре. Но, к счастью, не все так плохо. У кое-кого из коллег по рок-сцене дела идут куда лучше. Одни из главных героев тяжелой сцены, чикагские металлисты Disturbed, пропали с музыкальных радаров 4 года назад, и до середины этого года от рокеров ничего не было слышно. Когда у тебя в жизни одинаковая очередность — альбом, тур и так до бесконечности, то ты просто делаешь все на автопилоте. В тот момент мы решили отдохнуть, пока мы на вершине, а не скатываемся вниз. Совсем недавно группа громко и нескромно вернулась с 6-м альбомом Immortalized. Обложка свежего релиза стала даже украшать некоторые издания. А новое видео с пластинки называется «The Wonderful One» и вернуло рок-звездам былые позиции. В первый день клип посмотрело 1 000 000 человек, а в следующие несколько недель еще 4 миллиона. Это довольно круто. В следующем году группе исполнится 20 лет, так что возвращение команды с новым релизом оказалось как нельзя кстати. Со своей свежей пластинкой команда без труда поднялась на верхние строчки рок-чартов. Ну а лучшие хиты группы смотрите в эфире ведущего музыкального канала Bridge TV и в программе Rock Party Time. Обладатель Грэмми певец Сэм Смит записал саундтрек к фильму про Джеймса Бонда. Новая версия «Бондианы» ожидается в ноябре, а в саундтрек должна войти песня Сэма Смита «Writings on the Wall». Для меня это вершина, потому что записать песню для Бонда — это одно, но сделать это в начале своей карьеры — совсем другое дело. Для меня очень важно сделать что-то долговечное, а Джеймс Бонд вне времени. Ранее авторами знаковых саундтреков к фильмам про Джеймса Бонда были группа Garbage, Тина Тернер, Мадонна, Адель и многие другие. И на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу News Time на канале Bridge TV. Пока!